В 19 серии комедийного российского сериала «Ольга» главная героиня решает навсегда попрощаться с прошлым и по-тихому отвезти все Гришины вещи в гараж. Андрюха отличается на новой работе, которую подсуетила ему мама. Юрген и Чича при поддержке Лены готовят Ольге большой сюрприз. А сама Ольга, неожиданно столкнувшись с Гришей, пытается расставить все точки над «и».